Всем привет! Хочу передать вам мое новогоднее настроение вместе вот с этой шикарной елочкой, которая будет вас ждать в нашем вот таком вот кабинете, где будет происходить то, что вы выиграете сегодня или не выиграете. Сам татуаж я не делаю, но я буду снимать для вас видео с результатами по просьбе Анастасии, так что вот все, что вы видите за мной спиной, вот именно здесь все и будет происходить. Ваш приз, скажем так, получать вы будете именно здесь. И сейчас я перевожу камеру на экран компьютера, чтобы вы видели, что было все честно. Поэтому смотрим. Момент. Идем в группу Анастасии. Вот так она выглядит для тех, кто не знает. Значит, в призах у нас было крем для заживления вашего татуажа, анестетик, обезболивающий крем, конечно же, и витамины для вашей кожи. Все это входило в приз. Копируем вот здесь вот ссылочку. Скоро результаты. Как вы видите, время 19:11 сейчас. Так что все честно у нас. Заходим в приложение. Что фокус летает немножко, извините. Тут рекламка. Имейте в виду, цены на татуаж после Нового года вырастут, потому что с учетом курса там доллара и там евро, в общем, всего с учетом курса очень поднялись цены на расходное оборудование. Поэтому в этом году еще у Анастасии есть места, поэтому вот пока дешево, это стоит всего 2000 рублей, имейте в виду и торопитесь в этом году сделать татуаж. В новом году будет дороже. Итак, остаю вот вы все участники, 228 участников, как ни странно. Сейчас остается нажать только на вот эту вот кнопочку заветную, и мы узнаем, кто стал победителем. Считаем вместе со мной. Раз, два, три. И победителем у нас стала Олеська Лысова. Сейчас посмотрим. Ой, Оленька. Лысова, наверное, я не знаю, как правильно читать, извините. Так, просмотрим, есть ли у нее репост. Репост у нее есть, сделано его 14 декабря. И проверим, является ли она участником группы. Так. Если она является участником, то приз ее, собственно. Да, участником она является. Поздравляем Оленьку. Хорошего новогоднего настроения вам и вашей семье. Спасибо, что участвовали в розыгрыше. Участвуйте в следующих розыгрышах тем, кому не повезло. В этот раз повезет в другой, потому что розыгрыши еще будут проводиться. Всем пока, желаю удачи, счастливого Нового года, с наступающим, счастья, здоровья. Всем пока.